Привет, друзья! Вы на канале Крестяк Лес и Егор. И мы сегодня будем делать Мони Макфен, самый быстрый из машин! Привет-привет! Привет-привет! Вы на канале Крестяк Лес и Егор. И еще сегодня мы будем делать аппликацию «Умная мозаика» Молния Маквин. Ну давайте, что это за... вам будет помогать, Алисе будет помогать. Ее друг зайчик, да? Да, девочка. Это девочка зайчик? Девочка. Давайте распечатывайте, что там за мозаика. Девочка. Такая. Там мягкие детали. Ну-ка, что тут? Мягкие детали, которые не нужно вырезать. Развивает внимание, логику, образное мышление и мелкую моторику. Это как раз для детей. А вот тут с кем он сосальнут? Это вроде из Швеции. Это Франциска Бернули. Да? Да. А, Франциска Бернули. Ты знаешь все машинки? Да. Ну, открывайте, давайте уже делать. Алиса будет помогать, а Егор будет склеивать, да? Нет, я буду отклеивать. Ну, Алиса будет отклеивать, а Егор будет наклеивать на саму картинку. Вот сколько Алиса достала. И аппликация ступа. Так, это забираем. Это как картинка будет, это подставка. Алиса, показывай, что там мы нашли еще. А это детальки, да, которые нужно будет вклеивать разного цвета. Какого цвета, Алиса, там детальки? Алиса, какого цвета детальки? Вот так много их было. Ну покажи, сколько много, какого они цвета? Белый, ой, сколько их тут много. Сиреневый. Уже ну и покажите, какую картинку, куда нужно будет наклеивать. Егор, покажи. Наклеивать что? Куда нужно будет? На первую, чтобы будет вот сюда, на вот эту вот картинку. Да, вот на эту картину Алиса с Егором будут наклеивать сейчас умную аппликацию. Ну давайте, с какого цвета начнете? Каким цветом будете наклеивать? Так, а тут я что пожалуй, такое? С красным. А, это желтый цвет. Я хочу... Ну давай, Алиса будет тебе отклеивать, а ты будешь приклеивать. Да я им скажу, что отклеивай вот эти. Шурки? Да. А зачем? Алиса уже умеет отклеивать, да? Так. А Егор будет находить, куда их вклеивать, да? Так, а Алиса, от бумажки нужно отклеивать, потому что сторона другая липкая должна быть. Зачем вот эти белые, тут на высоте ничего нету. Ну, не знаю, наверное, для чего-то нужно. Наверное, да. Да, я посмотрю, для чего это. Ну, не знаю, для чего-то это что нужно. Что дальше, Нечка, надо? Дальше лица клеевой няни. Ну, я тут даже не знаю. Ну, так все подряд отклеивайте и наклеивайте. Отклеивать какие-нибудь вот эти вот штучки. Так, Егор, вот тут маленько съехал. Ну, тут я... Ну ладно, все. Так. Это куда? Алиса, ты все там отклеивай по это, а Егор будет находить. Это как пазл получается. Пазл, точно! Да. Так. Егор должен быстро находить, Алиса быстро отклеивает, а Егор должен быстро находить. Еще? Вот квадратик не сюда. Там уголок срезан или нет? Нет, это... Ну, значит, смотри, где он должен быть. Вот где-то вот сюда, наверное. Что дальше надо приклеить? Ну, ладно, отложи пока в сторону. Сейчас приклеивай то, что понятно. А потом, где места останутся, будете доклеивать. Так, вот это вот. Да я сама, а то не чтобы он видел, что он куда это клеит сразу. Алиса, а ты тоже находи и говори, да, Егор, куда это приклеивать. Что сначала Ничка? Ну а что ты, Егор, положил? Алиса тебе отклеила? Ну, что мне нужно сказать, а если я тут сразу нужно видеть, что это куда? Алиса, а что твой зайчик делает? Спит, что ли, опять? С колечком играет на лапке. Играет? Что? Так, Егор, что затормозил-то? А вот.
Я хочу. Да, да, я. Нет, вот я. Это хочу. Давай, отклеивай и Егору давай. Да нет, не вот это, вот это вот. Дай ты мне подвинь. Это что такое? Это деталька. Деталька. Я сама пока выберу. Сама пока выберешь? Не выбирай, папка, посмотри. Мне нужна, наверное, фары. Фары? Фары они какого цвета? Фары они же белые и желтые. Вот они фары. Да? Ну фары потом. Сейчас нужно вот эти два кубика. Кубика основной первый, вот этот вот, со вторым. Да нет, вот уже есть, вот этот вот. Сейчас я уберу эту штуку. Молодец, Алиса. Пальчики работают у Алисы хорошо, так, да? Вот сейчас. Когда пальчики работают, развивается мелкая моторика, да, рук? Да зачем ты их сюда наклеишь? Ну, это она тебе дает. Алиса, ты Егору давай сразу. И что еще? Не... так? Я не знаю, ты сам смотри, вы же клеите. Надо, чтобы совпадало по размеру полностью. Да, это вроде все совпадает. Сейчас давай. А, вот. Ну, клей. Вот он, Франческо Бернули и Маклей. Где Франческо Бернули? Вот это. Ты все машины, Алиса, что ли, знаешь? Нет, только две. Только две? Егора, вот еще. Вон и вон Алиса тебе отклеивала. Сейчас. Походу, я усну, куда вот эту детальку. А я хочу пока другую тут наклеить кожу. Клейся с ней так немножко, не беспокойся. Так, что там, Алиса? Это брови. Это брови? Давай, наклеивай. Двумя ручками, аккуратненько. Это брови это, да, Игорь? Да. Подправь ей. Это брови? Молодец. А брови. Вот это вот, Егор, это вот отсюда, по-моему. А это что? Я-то не знаю. Это у Егора спрашиваю. Егор же клеит. А что это такое? Это... прикольная тачка получается, да? Как ты, Алиса, говоришь, молния Маквин? Самый быстрый? Из машин. Из машин? А еще какие машины ты знаешь? Из тачек. Не все, только две. А какие? Назови. Франческо Бернули и Маквин. Франческо Бернули и Маквин. А мэтр ты говорила еще есть, да? Да, и Луиджи я еще знаю. А еще Луиджи, говоришь только две. Луиджи, Луиджи нет. Есть у нас еще с Киндером. А, с Киндером? Нет, ну в мультике про тачки. Есть Луиджи? Нет. Был. Так, что там еще? Егор, красный, так, доделайте до конца. Вот эти похожи, от вот этих вот еще. Ну, наверное. И от вот этих вот еще. Я хочу тоже такое. Вы сейчас красное доделаете, а потом будете нет, делать бордовое. Нет, я хочу больную. Ну, подожди, надо же сначала один цвет доделать. Нет, да? Я хочу где-то. Если мы еще не смотрим, что-то прикольно. Прикреплять. Что там еще от красного осталось? Сейчас я знаю, что это такое. Пять деталей где-то? Да. Я не знаю, вот что это такое. Где что это такое? Посмотри, что это. Ну-ка посмотри, что это такое. Так. Вот сюда идет. Вот сюда идет? Ну покажи Егору, куда идет, чтобы Егор понял. Нет, это сюда идет. Нет, Лес, тут даже другой цвет. Вот тут вот, где? Вот тут будет вот этот вот цвет. Там будет фиолетовый, твой любимый цвет. Да? Ой! Да, тот цвет, который ты любишь. Но тут еще красный тоже же остался. Вот еще. Вот, по-моему, сюда вот это то, что она тебе дала. Это фиолетовый. Фиолетовый? Угу. И сделаем еще фары еще. Фары еще? Какие фары? Мне кажется, что тут некоторых не хватает. Да нет, все должно хватать. Да, она Маквина нашла.
Да? Угу. Угу. Я хочу еще сделать фары. Ничего, хочешь сделать фары? Я хочу сделать фары. Вот это, по-моему, на покрышку. Да? Это фары или нет? Это фары. Это на покрышку? Да. Вот, держи, покрышку сделаешь. Так, это не сюда. Так, вот этот вот квадратик, это где? Красный. Красный, да. Где этот квадратик? Красный. Да. Вот. Где-то квадратик. Где этот красный квадратик потерялся? Так, он прилип что ли, к чему-то? Ну-ка. Что-то я его не вижу. Он куда-то, что ли, прилип? Тут ничего нет? Ну-ка, Алиса, встань. А вы, например, знаете, а откуда вот эта вот мини-деталька, очень мини-мини? Нет. А я нашел. Откуда? Ну, вот я еще что нашла. Ну-ка, покажи. Это квадратик. Вот этот? Угу. Я прям нашла его. Да нет, он не отсюда. Он, видишь, какой маленький. Малюсенький. Да, малюсенький. Давай, ну, Егор нашел, молодец. Так, а красный еще. Вот. Вот она, деталька. Вот это вот Алиса нашла. Вот это сюда. Точно. Да? На, оставляй. Точно. Точно, молодец, Алиса. Так, и что там еще остается? Так, вот это вот, по-моему, сюда. Вот это сюда. Вот сюда подходит вот это, смотри. Да, по-моему. Ну-ка, лепи. Так, и вот что-то еще остается. Где там еще место? А, вот. Вот я нашел. Я уже быстрее вас соображаю в аппликации. Вот, смотри. Вот я что нашла. Это сюда. Улыбка, точно. Точно улыбка? Угу. Ну, ладно. Я хочу ее наклеить. Так, ну-ка, тут. Интересно, вот отсюда квадратик, где он? Так. Что дай? Это улыбка. Улыбка? Алиса улыбку хочет приклеить? Да, это улыбка. Давай. Это нижняя губа. Нижняя губа? Или нижние губа? Нижние зубы. Зубы. Зубы? Вот еще одна похожа на болище ушла. Вот такая длинная еще. Вот такая длинная? А это верхняя, точно, верхняя. Точно? Молодец, Алиса правильно все отгадала. Верхняя губа должна быть. Да. Не да. Губа, а верхние зубы. Так, красный здесь все. Вот тут мелкая деталька какая-то. Это от чего? Это мусор. Может, вот здесь вот? Вот же! А, точно. А я хочу открыть, по-моему, палочки. Палочки? Какие палочки? Вот они. А, это к цифрам крепится. Ну подожди, Алиса, чтобы это, чтобы Егор не потерял ничего. Вот к цифрам. Это к цифрам. Это цифры. Вот, вот здесь вот, где девятки. Так, а куда же? Куда же, куда же? Нам, по-моему, одной детальки что-то не хватает. Да, здесь. Да? Ну, может, это вот этим вот цветом? Я наверное. Не знаю. Здесь ничего нету. Ну, ладно. Ну, я... Мне интересно, тесто. Так. Не, Егор, ты вот клей другое. Это ты зачем отклеиваешь? Просто так. Смотри, вот это еще прилипло. Смотри, какая мне крутая рука. Мама, мне Человек-паук рука. Егор сделал себе руку Человека-паука. И теперь не отклеит. Отклею. Отклеишь? Угу. Вот, сейчас покажу. Вот, вот, вот. Вместе с кожей бы отклеил. Все, давай, собирай аппликацию. На, давай, сейчас я ем. Можно еще наклеить вот на это, на брови и на нос, и на нет, и на язык, только да? Не на брови. И потом резко отодрать, отклеить. Тоже будет прикольно. И больно. Ну, так надо же думать, что делаешь. Так, Алиса, что там, цифры Егору помогает делать, на, да? Зуба, папа, стой. Так. Вот.
Так, куда это, Олеся? Ну смотри, если найдешь, куда клеить, приклеивай. Это точно на 5. Или на 5, или на 9. На 5. Он не Маквин, а номер у нее 95? Угу. Да? Вроде бы. Так. Может. Это не. Это не на 9 и не на 5. А куда? На фару. На фару? Да. Вот. Тогда снять. А там что, фары оранжевые, что ли, должны да. быть? Да. Вот тут да. вот белые, а вот. А я думал желтые. То что, у нас есть желтый? Да, желтый есть. Ну, вряд ли. Потому что тогда бы желтый, то никогда бы, точнее, оранжевый никогда не было. Ну, оранжевый тогда доделайте, и вам останется желтый, синий. И сиреневый. Где сиреневый? Серый, вот. Серый это. Это серый. Так, сейчас я это делаю пятерку. А мне нравится вот это. Так, а это куда? А это я не знаю куда. А это, наверное, это над лобовым стеклом. Да, Егор? Да. Не знаю, как бы. Так, сейчас все снимут пока что. Это как будто рыба. Как будто рыба? Да. А как рыба разговаривает? Какая рыба? Как рыба? Буль. Буль-буль? Угу. Так рыба разговаривает? Угу. Все, оранжевые у вас закончились? Да. Да, тут пусто, все. Вот еще. У Алисы осталось. Это какушка. Да? Да, какушка. Какушка? Да. Здорово, Алиса придумала. Это какушка от Маквина. Кушка от Маквина? Вот да, какушка от Маквина. Сейчас Егор найдет, куда это приклеить Маквину. Алиса песенку хочет спеть нам? Да? Хочешь, Алиса, песенку спеть? О, вот это коко! Ну-ка, давай! Коко! Коко? Давай, Егору отрывай, чтобы он приклеивал. Коко! Вот эти вот уже, как наклеился Молли Маквин, уже так же легко. То, что уже нет никаких таких. Ну, как просто как ты уже начинаешь понимать, что куда клеить. Как нет, так, это тоже. Просто нет стеклом. Уже. Это брови у Маквина, брови. Да? Да, опять брови. Просто нет уже таких мелких деталей. Вот, что это коко. Что это? Коко. Ну, что это коко? Так, если я начну тут каку или кака. И приклеить туда, куда надо. Так, вот эту вот серую куда? Вот это я начну. Серая это покрышка? О! Что это? А это тоже покрышка. Давай Егору. На. Егор, вот покрышка. Вот покрышка. Так, вот. Это. А, это тоже, по-моему, от покрышки. Вот это вот. Колеса. Стоялись, вот эти вот нет. Да. Это. А это что такое? А зачем вот эти, кстати, вот белые? Мне вообще не интересно, зачем. Ну вот сюда вот что-то, вот это вот что-то. Ну это не белое, это вот серое. Ну бери серый, значит. А я хочу белый. Белый, я не знаю, куда это. Посмотрите, может это лишнее будет. Я думаю, нет. Это нет? Не лишнее. Не лишнее? Все найду, точно? Сейчас я найду эту штуку, кроме двачки, и ее нету. Нету? Другое. Да, и нам не поставили. Вот это капец. А вот это вот куда? Ну, вот сюда. А я хочу вот это белое. Белое? Да. А тут, наверное, можно было шины делать либо белые, либо серые. А я хочу белые. А, то есть тут... Ну, смешно. Это запасные колеса, это запаска. Все, приклеивай обратно, Алиса, это. Можно было делать колеса разным цветом. Я думаю, так. Да, должно было так. Вокруг D95 как-то должно было быть, я так и думаю. А я хочу закончить туалет. Так, ну бордовый цвет-то заканчиваете? Эти готовы. Бордовый цвет еще не доделан.
Ну и вообще покажите, что у вас получается, а то мы не видим, да? Вот какая красота получается. Ну все, давайте продолжаем. Да, запасное тоже готово. У нас осталось только синие, желтые. Желтые. Желтые и доделать 4 портовые. Фиолетовые. Фиолетовые. Это что такое? Не знаю, сейчас это Егор сделает быстро. Он уже быстро умеет делать. Да, Егор? Угу. Я тоже. Почему это раздувать нужно? Это все красное. Так, сейчас вот это вот. О, Алиса молодец, как отклеивает. Да? Умничка. Ой-ой-ой. Алиса у нас любит аппликации делать, да? И сама даже делает. Да, она делала, да? Эльзу. А сейчас она тоже делала, вот перед этим она делала кот Ваську. Да? Да. Сама сделала умную мозаику. Да, Алиса? Да. Так, ну все, Маквин уже заканчиваете делать, да, и сейчас будет, сейчас будет просто украшение по периметру. Вот, желтые, это желтые и голубые орнаменты. А, ну цифру 95 еще сделать, потому что там всякие завитушки, она самая сложная. Для меня было самое сложное, это Маквин. Это что это такое? Это капец. Это капец. Почему капец? Потому что это такая штучка. Ну какая это штучка? Егор вот сейчас найдет, куда ее клеить. Капец, это такая сложная штучка. Вот сюда, наверное. Да, ясно. Вот тут. И все, последняя деталька там в Алисе, да? Да? Алиса, последняя деталька у тебя? Да. Давай, сдачу давай. Так, все. Давай с голубым. Это закончилось. Смотри, там нету той нашей этой. Да нету. Мне кажется, она была и куда-то она, куда-то, вот, наверное, приклеилась. Я о, как я соскочила. Или где-то она приклеена, а мы ее не видим. А тут черный. Давайте сделайте 95 цифру, а потом будете все вокруг. Потому что вот эта вот цифра сейчас самая сложная из того, что осталось. А мне нравится голубой и фиолетовый и красный. Голубой, фиолетовый и красный? А красные очки тут за куда? Вряд ли это прям самое сложное. Здесь написано даже на это, на обложке. Мягкие детали не нужно вырезать. И развитие внимания, логики, образного мышления и мелкой моторики. Вот что я нашла. Да? Угу. Здорово. Хорошая аппликация для детей. Это не у нас такая не первая аппликация. У нас была первая Маша и Медведь. Там была Маша. Ну, так хорошо, что вы же много аппликаций собираете. Ой. И развиваете свое образное мышление, внимание, логику и мелкую моторику. У меня, да? Внимание как-то. У меня внимание развито как у... Как у тигра там или волка, не знаю. Но он мне очень хорошо. А у меня как у киски. У тебя как у киски внимание, да? Ну понятно. Потому что ты у нас киска, да, маленькая? Алиска маленькая киска. Нет, ты взрослая. Ты взрослая? Да. Ну какая ты взрослая? Ты у нас малышка, ты маленькая у нас девочка. Ты маленький такой пупсик, да? Ты же маленькая девочка у нас. Не, я котик за большой. Ты котик большой? Да. А почему ты не по-кошачьи разговариваешь тогда? Я говорю мяу. Мяу, правда котик? Мяу говорит. Егор, смотри, у нас котик дома есть. Маленький котик, хочешь поесть? Маленький котик. Точно, и у котика ушки такие, да? Ну ладно, Егор, все, не приставай к Алисе, доделывай, так, давай. Вот это она, видишь, тебе подает уже цифры, да? Да? Так, вот это вот покатушь. Вот что. Вот что. Ну, Егор, давай, пускай она вклеит квадратики. О, так. Что там такое? Ну, у нас тут папа принес. Так. Я открыла.
Ну, осталось только это. Вокруг, да? Ой, читают. Алиса, ты себе намного не отклеивай. Я подножку один буду держать. Чи? Один взяла. Алиса, Егор за тобой не успевает. Не успевает? Не. Нет? Не. Ты так быстро все отклеиваешь, что Егор не успевает за тобой. Не успевает еще. Я тоже успеваю. Тоже успеваешь? А зачем эта штука нажимает? Какая? Вот она. Ну, я не знаю, ты Егор куда-то должен приклеить ее. Да, Егор? Угу. А я знаю квадратики. Знаешь квадратики? Угу. Ну, давай. У нас нету вот этого вот красного, солнце вот кажется лишнее. Ну, лишнее давай. Так, желтые все сделали? Да. Ну давайте, голубые у вас остаются, и все, и картина. А подожди, а белые? Или белые это просто? Белые просто. А белых там не было, что ли? Нет, там не было белых. Угу. Получается, одни голубые у вас остались, да? Угу. Пластиночки. Вот. Алиса, тебе нравится отклеивать, да? Угу. Да? Твой зайчик там спит и спит. Он, нет, по-моему, уже храпит там. Нет? Ты ему покажи, какой Маквин получается. Он же, наверное, захочет прокатиться на Маквине, да? Ему очень нравится. Ему очень нравится? Да. Чик. Котачик. Чик. 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 Молодцы. Чик. Красивая картина получается. Сейчас покажем всем, да? Осталось совсем чуть-чуть. Очень красивое и трудное. Почему трудное? Трудное? Да это вначале было трудно, потому что не совсем понятно. А теперь-то все понятно. Кому? Да? Даже Алисе понятно, да? Угу. Да? Ну и на самом деле, как обычно, непонятно. Вот последняя деталька. Ничего не последняя. Вот здесь вот еще, смотри. О, Алиса нашла, что ли? Да. О, молодец, Алиса нашла, а я не мог найти. Молодец, Алиса нашла. Вот здесь вот еще найдите несколько, и так, все. Так, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. А где желтые тогда? Ну, не знаю, смотрите другую. Вот она. Нет. О, вот эту я вот нашел, вот эту вот отсюда. Вот это вот нашел, вот это вот отсюда. Алиса, ты что-то не туда клеишь. Алиса, маслишка. Так, а что это? Тоже сильно маленькая деталь. Сильно маленькая, вот это вот, по-моему, отсюда. Что, отсюда? Да. Да. Вот что я нашла еще. Ну-ка. Ну там всего сколько? Три детали остается. Что, не можете подобрать? Я не могу найти. Вот, вот это вот. Вот это вот вижу, это вот отсюда. А ты зачем это отклеил тогда? Я отклеил, что ли? Да. Ну, не знаю. А где еще одна? Еще одна? Угу. Папа, за что мне найти? Вот это вот. Это вот отсюда, по-моему. Папа, где же моя же была место вот для вот этого кроватчика? Не знаю. Оттуда, да, Егор? Так, вот это вот. Вот вообще не откуда. А вот это вот. Так, а вот это вот, наверное, вот отсюда Алиса берет, вот отсюда. Нет, это Алиса, по-моему, взяла вот отсюда. Вот тут. Да? Да, сейчас. Может, это вот что-то? Правильно. Да? Это сюда! Так, и еще вот остается. А одна. Вот откуда? Так, и наша красная. А это вот сюда ничего не идет? Нет, вот сюда ничего.
Это лишнее получается. А где красный? Ну, красный что-то нету. Мы ее или потеряли, ее или не было. Та-дам! Все, готово, да? Вот еще! Ну, это, наверное, лишнее осталось. Я не красный чувствую, ключи. Ну, ладно. Ну все, показывайте, какая получилась у вас красивая картинка. Вот какой. Как Алиса машинка называется? Понравилось вам мозаику такую собирать, да? Да. Пальчики хорошо ваши работали? Нет. Как это нет? А у меня да. А мышление? Оно вот тут. Мышление у вас? Тут вот. А ну вот, это как раз вот, наверное, что-то и вы это. Выпало. Выпало? Это вот, и вот это вот и приклеил. Мышление развили и логику? Да, разбили. Развили? Разбили. Образное мышление и мелкую моторику пальчиков. Это... Вот. Да все, вы же уже сделали. Да не надо это красное заклеивать. Там красный квадратик где-то должен был быть. Наверное, вот его... Наверное, он у нас куда-то выпал. Да. И зайчик радуется, да? Вот. Ну вот такой молния Маквин 95 номер получился, да? Угу. Ну что, всем говорим. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь и ставьте палец вверх. Если не забывайте вам... комментарии. И ставьте палец вверх, если вам понравилось, как мы сделали молнию Маквина. Ну, наверное, всем понравилось молния Маквин. Кто любит такие мультики? Да, Алиса. Алиса вам дарит сердечко. Пока-пока. Да, молодцы. Пока-пока.